Привет, я твой виртуальный ассистент, а ты смотришь пятую серию мобильного сериала «Шифропан». О прошлом, настоящем и будущем интернета в России. Сегодня мы поговорим о кибербезопасности, а точнее о том, как защитить свои аккаунты в социальных сетях от взлома. Уверена, что хотя бы раз вы сталкивались с чем-то подобным. Как же обезопасить себя? Разобраться в этом нам поможет Наталья Соловьева, тренер по комплексной безопасности. Наталья, как злоумышленники могут получить доступ к моему аккаунту? Способов получения доступа к аккаунту довольно много. Одним из них, например, является авторизация через сторонние приложения. Этого категорически мы не рекомендуем вам делать. К примеру, когда вы заходите на сайт, и там есть такая кнопочка «Авторизоваться через Facebook или через ВКонтакте». Этого лучше не делать, поскольку вы не можете до конца контролировать, а чаще всего даже и не смотрите, какие данные получит это стороннее приложение. Соответственно, через это приложение недобросовестные злодеи могут достать ваш аккаунт. Понятно, больше не буду авторизовываться на сайтах и в приложениях при помощи соцсетей. А насколько важно придумать максимально сложный и безопасный пароль для своего аккаунта? Часто говорится надежный пароль или безопасный пароль. На самом деле пароль может быть надежным. Безопасным может быть его использование. Говоря о пароле, хорошо, когда в нем есть заглавная буква, прописные буквы, когда в нем есть знаки и также цифры. Придумать надежный пароль можно несколькими способами. Кто-то пользуется такой формулой: слово плюс сервис плюс цифры плюс символ. Такой пароль будет выглядеть примерно так. Но мне больше нравится способ придумывать пароли на основе фраз, которые что-то для вас значат, и вы легко их запомните. Например, вот такой. И да, в случае с паролем, чем длиннее, тем лучше. А по надежности приведенный пример не уступает случайному набору букв и цифр на вроде вот такого. Кстати, проверить надежность ваших текущих паролей можно на сайте security.org. Хорошо, надежный, индивидуальный и неповторимый пароль готов. Что дальше? Очень важно, чтобы он оставался индивидуально неповторимым только на этом аккаунте и только на одном сайте, поскольку ни в коем случае не стоит использовать один пароль для всех соцсетей и для всех ваших аккаунтов. Один пароль, один аккаунт, ясно. Но как запомнить такое количество уникальных паролей? Ведь мы пользуемся десятками сервисов каждый день. И тут на помощь приходит еще один, а конкретно менеджер паролей. Сейчас можно найти множество подобных приложений. Вот несколько бесплатных вариантов, с которых можно начать. Bitwarden, LastPass. Причем в некоторых сервисах есть функция генерации паролей, так что придумывать их не придется. Но часто бывает, что одного пароля недостаточно. Вторая вещь, которая может быть полезна, это двухфакторная аутентификация. Она есть практически во всех социальных сетях. Вы можете ее настроить довольно легко. Это, займет в среднем от 5 до 15 минут. Двухфакторная аутентификация – это метод идентификации пользователя в каком-либо сервисе при помощи запроса данных двух разных типов. Даже если вы еще не настраивали такую защиту на своих аккаунтах, то наверняка с ней сталкивались. Например, совершали покупку через интернет, и банк присылал вам SMS с кодом подтверждения. Это тоже двухфакторная аутентификация. Однако получение кода через SMS считается одним из самых небезопасных вариантов. Ведь текст SMS можно подсмотреть. Ваш телефон или сим-карту могут украсть или даже клонировать. Или SMS с паролем может перехватить пробравшийся в телефон троян-вирус. Поэтому лучше настроить двухфакторку другим способом. Самый удобный, на мой взгляд, это специальное приложение, которое устанавливается на ваш смартфон. Тут тоже есть из чего выбрать. Но одни из самых популярных – это Authy от Twilio и Google Authenticator. После того, как вы скачаете приложение, останется сделать три простых шага. Зайти в настройки безопасности сервиса, который вы хотите защитить. Выбрать двухфакторную аутентификацию с помощью приложения. Сканировать QR-код установленным приложением. И все. Теперь оно начинает каждые 30 секунд создавать новый одноразовый код для входа в аккаунт, который будете знать только вы. Отлично! Теперь у вас не только надежный пароль, но и двойная защита. Теперь получить доступ к вашим аккаунтам будет очень непросто, но это не значит, что невозможно.
Например, такой способ защиты остается уязвимым для фишинга. Это когда вам приходит письмо с прямой ссылкой на сайт, который внешне неотличим от настоящего. Например, это может быть соцсеть или ваш банк. Вы логинитесь там, и все. Ваши данные у злоумышленников. Вывод. Никогда не открывайте подозрительные письма и уж точно не кликайте на сомнительные баннеры с рекламой. И, конечно, пользуйтесь антивирусами. В большинстве случаев они предупреждают о вредоносных ссылках. Но не все в интернете хотят украсть и использовать ваши данные во вред. Корпорации и так каждый день зарабатывают миллионы просто на том, что вы каждый день совершаете в сети совершенно обычные действия. И есть люди, которые пытаются защитить наши цифровые права и создают сервисы, помогающие обществу в совершенно разных аспектах. Об этом мы поговорим в следующей, заключительной серии. Отключаюсь.